утром, конечно, работает красиво. Едем за Мишаней. 3,5. Просто метелит. Просто ебашит. Поехали за Мишкой. Сейчас Мишку заберем, он же контейнерный сдался. И так с утра делать нефиг. О, Димочка, Димочка холодный. Привезли Мишу, у меня шеф, смотрите, как сидит. Я ее не снимаю. Сейчас перелазить будет. Давай, отсыпайся. Да поехали. Че ты? Шеф, короче. Поздоровайся, шеф. И космос. Как это называется? Деревня чего? Что это называется? Как? Деревня? Потом. Я не сфотографирую, я снимаю. Пошли. Так какую-нибудь вот типа такой, что ли? Питер наикрасивейший город. Еду за Владом. Сейчас мы будем клипик снимать. Обалденно. Красота. Сейчас Влада заберем. Я с ним не виделся уже года два. Фотограф. Известный фотограф в Питере. Обалденный Питер все-таки. Живет в центре мажорик. Прям в центре конкретно. Блять, а со шнурком он тянет шнурок. Я сейчас маленько грубанул. Поворот чуть. Короче, пришлось перед машиной встать. Но никто не сигналил, ничего. Как красиво. Он весь Питер в центре вот такой. Много таких мест. То есть сам Петербург, наверное, весь такой. А что стоим? Что стоим, ребята? Поехали. Вот тут фильм, наверное, какой-то снимается. Тут, кстати, много фильмов снимается. Едешь, смотришь, хоп, там перегорожены актеры какие-то. В чем-то таком старом, в этом стиле. Привет, лаборатория. Сколько лет, сколько дней? Здорово. Как дела? Круто все, у тебя как? Тоже нормально? Да. Максим, короче, ты сколько уже в Питере? Начал рассказывать-то про, это, про Грузию, то мать с отцом. Я в Грузии 3 года, ой, в Грузии, в Питере 3 года. И, короче говоря, начинаем гулять. А у отца телефон, а мама ходит и... Влад что-то там отдавал, ходил. А, светится на полу, что ли? Да? А? На полу светится? Нет, на пороге бэха-значок хороший. Подснимем. А, ну. Это столько трудов ради одной фотки. Влад свет настраивает, стул поставил, треногу взяли. Короче, у него тут капец всякого-всякого оборудования, полные сумки. Это, короче, будет свет. Одна фотка, обалдеть. Столько трудов. Тогда-то помнишь зимой фотку здесь? Бля, я вообще так замерз. Это, короче, Думская улица. На этой улице, получается, все кабаки, да, находятся такие пафосные? Не пафосные, а... Ну, короче, живая улица, да? Думская. Кадр готов, теперь переставил он... Как это называется? Объективно. Ну. Смотрим. С дня рождения шампанское на людей разбрызгиваем. Все в шампусти. Я все еще мучаюсь, уже время почти ночь. Решили сделать красивый кадр, загнали.
загнали в такое место, но она, конечно, красавица. Она красавица. Вот он балдеет, он от этого кайф ловит. Я говорю, ты не устал? Он типа, да я же, говорит, кайфую. Вот человек любимым делом занимается, еще деньги за это получает, да? Исни давай, да? Исни давай. Исни давай, девчонкам дай посмеяться. Забежали, нас выгоняют. Оп. Зайчик условил, зайчик. Влад опять знакомится, уже со всеми познакомился на свете. Ну, молодец, пацан. Короче, как делалась эта фотка? Вот сейчас я покажу все сложности фотографа. Подсветка вниз вот такая вот синяя. Штативы. 100 раз эти всякие штуки переставляют. Ну, у меня, короче, вот получается, по дну будет такое синее. Ну, эффектно. Я уже посмотрел фотку одну, просто шикарно получается. Молодец, молодец. Он мучает меня, мне уже домой надо, он всего измучил. Короче, нас пригласили в бар бесплатно, чтобы мы, короче, он там пофоткал, я поснимал, как блогер получаюсь. Первый раз меня блогером назвали. Вот, ну, короче, и второй бар просто, короче, зашли, познакомились, тоже ничего такой бар. Сейчас Влад доболтает, то нас опять выгонят. Ну, не выгонят, тут машины ездят, приходится... Влад, походу, нас сейчас выгонят. Подсвечиваем. Дым. Через телефон не видно даже. Видите, какой народ в Питере? Добродушный. Подошли. У меня гитар цена есть. Давай, вставай. Да, я обожаю Питер, вообще сиди. Обожаю Питер. Сиди, не трогай. Сейчас откроем. Вот это Питер, да? Такие глазки. И про Питер пару слов. Молодец. Это однажды появился на свет. Санкт-Петербург. Молодец. Я вначале не поверил, что ты это поешь. Ладно, работа. Ой, где-то в кадр попадаю. Ура, где Ватс? Короче, все, закончился у нас день, и то не успели мы все сделать. Разъезжаемся. Что хотел сказать, ссылка на Влада будет в описании. Знакомы мы с тобой уже сколько, да, больше 2 лет. Мы еще уже до того, когда я в Питер, да, приезжал, познакомились. Конечно. Общались, поэтому. То есть вот обращайтесь. Ну, спасибо. Я еще фотки видел только с маленького экрана, но там огонь. Он меня просто измучил сегодня. Я уже весь замерз, весь голодный, холодный. И он один фиг меня не отпускает. Короче, потом, ну, может быть, еще, когда увидимся, не знаю, когда у тебя время будет, у тебя времени это все расписано. Поехали мы уже по домам отдыхать. И, то есть, все, что ли, пока-пока. Ну, я еще что-нибудь поснимаю, наверное, я поеду домой все равно через центр. Так что... Алло-алло. Сейчас до речки поедем.
подъезжаем к своему району. И домой. Мне надо смонтировать ролик еще у меня с дороги, но его надо поделить на два, потому что он что-то 34 минуты получается. До хрена. Сейчас я, короче, смонтирую. Там у меня ремонт панели. Ну, он уже выложен, что я говорю. Дом, привет, дом! Сейчас, конечно, во дворе я не запаркуюсь, придется где-то за оградой парковаться. Потому что там все у нас забивается. Жестко забивается. И все. Ну, маленько подустал сейчас. Что-нибудь горячего надо сделать. Не знаю, как-нибудь похаваю. И монтировать, и все, и ложиться спать. Утро вечера мудренее. Завтра что у нас? Какие планы? Завтра, если мы в рейс не едем, тогда у нас завтра пятница. А пятница это развратница для хомуха. Надо будет куда-нибудь в кабак, что ли, сходить. Завтра мы с Мишанькой. Мишке тоже выходной. Он сейчас отсыпается, я ему позвонил. Короче, я говорит, проснулся и опять, говорит, спать ложусь, потому что он двое суток там вообще уставший. Жесть как уставший. Я говорю, ладно, давай уже тогда завтра, и все, там видно будет. Жемчужная плаза. Очень свежий воздух здесь. Нравится. Такс. Ну ладно, во двор мы не будем сразу загонять, я даже проверять не буду, там кататься по двору. Нафиг не надо. Паркуемся и все. Поехали. Все, всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Нет, машина со двора выехала. Сейчас попробуем, найдем что-нибудь. Значит, есть во дворе место. Это хорошо. Что-то они тут у нас сегодня закрывали один шлагбаум вообще. Ну, можно на подземку так-то можно было бы. Сейчас посмотрим, есть тут место у меня, нет. Наверное, что-нибудь найдем, Колян. Ладно, я искать. Пойду прокачусь.